Привет. Привет. А как звать? Сергей. А, ну, что расскажешь, откуда мы идем? А, значит, мы идем с села Манави. Прошли вот так вот по всему хребту. Было холодно, было ветрено, было солнечно, было всяко. Мне понравилось. Я вообще первый раз в походе. Угу. А, не подготовленный. С каким-то за место рюкзака, с мешком. Но мне все понравилось, потому что я сейчас сижу, грею ноги у костра. И мне очень все понравилось. Я нисколько не пожалел, что решил сюда приехать. Ну, слава богу, слава богу. Все, главное, живы, здоровы. Да. Так, ну, а вы что скажете, как звать? Меня зовут Илья. Мне все очень понравилось. Понравилось солнце, понравились горы. Детям моим тоже очень понравилось здесь. Проводник наш очень понравился, Тимур. Спасибо большое, Тимур. Вам спасибо. Спасибо. Приезжайте еще. Так, вас как? Володя меня зовут. Володя. Привет, Валю, Володя. Да, ну, расскажи, какие у тебя, на каких эмоциях ты сейчас? Вот, что тебе больше всего, наверное, будет вспоминаться из этого похода? Наверное, наши прекрасные ночевки, то, что мы от телефонов отдыхали несколько дней прекрасных. Замечательно. Ну, настрой хороший у тебя, да? Классный. Ты доволен? Наш первый пятидневный поход. Да. Класс. А тебя как малой зовут? Я Алексей. И, честно говоря, я все время буду помнить, что я дурак, потому что на меня идет дым. На меня идет дым, а говорят, что дым на дурака. Ну, вообще мне все понравилось. Все понравилось, да? И даже, подожди, даже холод тебе понравился? Ну, как-никак, мне не привыкать, я из Питера. Ага. Хорошо, идем дальше. Кто там у нас? Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Как тебя звать? Макар. Ну, рассказывай, Макар, что тебе больше всего запомнится, наверное, с этого похода? Ну, наверное, горы. Вот кавказский хребет мы видим. Ну вот как они были видны, эти горы? Ну, выглядело, как будто шапки просто в воздухе. Как будто туман. В воздухе, да, подвешенные? Да, там туман был такой сильный, и не было видно этих оснований. Весь хребет вот кавказский, да, да. Прям как будто бы это. И вся долина в тумане, как море. Да, там выглядело, как будто у тебя было, как будто там море такое. А холод как тебе? Вот. Ну, ночью холодно очень, а днем тепло очень. Ну, а вот переходы, допустим, дневные, в тягость были или нормально? Это нормально, не сильно сложно, так сказать. Ну, все держались молодцом. Да. Так, вот сам малый убегает. А это не с нами, этот мелкий не с нами. Этого мы нашли в лесу. Он как голым свою прелесть ищет. Да, он вообще там лазит за нами, там колючка ищет. Не, на самом деле я еще хочу сказать, то, что мне, вот сейчас я вспоминаю, конечно, самое большое для меня было удивление, это в первую ночь, когда мы ночью куда-то спускались с горы с какой-то, непонятно как в темноте поставили палатки. И когда я утром проснулся, вышел из палатки и увидел такой прекрасный вид на Кавказский гор, для меня это было самое, вот, наверное, запоминающееся, вот неожиданная такая красивая картина. Первый день, да, был очень сложным? Первый день для меня был первый день, что хотя сегодня ночью еще представляю.